что-то неспокойно на так называемых «исконно» в кавычках российских территориях. Теракт в Дагестане, некоторые люди называют этих людей повстанцами, но, знаете, я готов использовать это определение, но только в том случае, если эти люди не будут сжигать синагоги, ну, потому что как-то там попахивает, в общем, не повстанческим движением. Но, тем не менее, значит, российские власти объявляют о том, что, ну, конечно же, это украинский след. Кажется, у каждого в ближайшее время найдут по визитке Буданова. Теперь Ярош уже не в моде, а самым страшным человеком для Российской Федерации является именно начальник военной разведки. Естественно, американцам досталось. Но я вот все-таки вот сформулирую вопрос так. Кавказ же это никогда не было с такой спокойной территорией в российских реалиях. Так ваше мнение... Это какие-то единичные случаи с 20 трупами силовиков? Или это вот предтеча непосредственно третьей, ну, я не знаю, может, это не чеченская будет, хотя кто его знает, а кавказской войны? Ну, вы знаете, что самое страшное для того, что сейчас является российским государством и путинского режима, ну, это не какие-то пришедшие там хатабы засланные, это плоть, основные участники этого мятежа, это плоть от плоти высшей дагестанской элиты. Чуть не в полном составе семья руководителя одного из народов Дагестана, он же, по-моему, и главный секретарь «Единой России» по всему Дагестану, правда, уже вечером он был из этой «Единой России» исключен, но это показательно. И это не только, а второй признак, что такое очень много там участников из школы так называемого национального героя Дагестана. Я боюсь, я перепутаю немножко фамилию, некий Нагиб Мухаммедов, какой-то там боец без всяких правил. Живет он, правда, не в Дагестане, а в Дубае. Ну, то есть высшая политическая и какая угодно элита Дагестана. Это очень показательно. И, кстати, вот все эти прокремлевские телеграф-каналы бьются сейчас в истерике, обращаясь к этому Нагибу Мухаммедову, который, видимо, большой герой и всего дагестанского народа, осудить этих исламистских путчистов. Но он как-то ускользает, высказывает соболезнования всем погибшим. То есть полный кризис власти для Путина в Дагестане. А это, по вашему мнению, касается только этой республики? Или вот, ну, скажем так, вот эти вот тенденции, они могут взять верх? Потому что вот даже Z-пропагандисты, они же как это все позиционируют? Что, мол, это случилось, потому что всех отправили в Украину, силовиков, и, соответственно, на то, чтобы контролировать ситуацию, ну, якобы у себя дома, уже не хватает сил. Я тут сразу хочу поправиться, там же не только нападение на синагогу было, и на православный храм, насколько я понимаю. Я почему обращаю внимание на синагогу? Потому что, знаете, войну же Путин начинал под вопли, что у нас тут все антисемиты. Так вот, выяснилось, что у нас, кроме президента этнического еврея, командующего этнического русского, министра обороны этнического татарина, да, крымского татарина, ну, как бы там ни было, это вообще как бы не порядок дня в Украине. Как бы там ни было, в Украине ни один храм Божий, независимо от конфессии и религии, не пострадал. Только вследствие российских боевых действий, когда они бомбы им сбрасывали. А тут среди бела дня сожгли синагогу. Так и возникает тогда вопрос, а кто же тут тогда является антисемитом? Вот я поэтому... Это очень хороший вопрос. Кстати, вчера на территории Российской Федерации произошло два дерзких антисемитских акта. Это сожжение синагоги. Я уже забыл, в Махачкале или в Дербенте, или, по-моему, в Дербенте. А в Москве произошел официальный визит
третьего или четвертой фигуры в организации «Хамас». То есть Россия солидаризируется в ближневосточном конфликте с матерыми антисемитами. Об этом все... Помните, как Путин говорил, что на кулаки сжимаются, еще что-то, когда он видит преступление так называемой израильской военщины. То есть антисемитизм становится официальной религией этого бандитского государства. А вот давайте-ка вот эту историю с Дагестаном, это же не в первый раз. Вот некоторое количество месяцев назад, вы помните, как группа молодых людей искали евреев в аэропорту Махачкалы. Ну, там очень такой был прикольный кадр, как один из этих ребят, который выскочил на взлетную полосу, он заглядывал в турбину самолета и, наверное, там искал евреев. Но я не об этом, а о том, что все те, кто тогда ворвались на территорию, ну, вообще-то охраняемого объекта, правила ИКАО, ну и вообще здравый смысл, их никого не наказали, никого не посадили. Это в России, в стране, где за пасту можно уехать надолго, и потом никто о тебе не вспомнит. Это в России, где 15-летних детей сажают за то, что они там что-то там против Путина сказали или написали. А вот тут отсутствие... Ну, потому что свои, потому что власть чувствует своих. Антисемиты, да те же исламские фашисты, это свои для этой власти, понимаете, что происходит. Тогда, завершая эту тему, задам вам все-таки вот еще раз этот вопрос. Вот вы как специалист по этому государству, есть ли вот эти вот, ну, скажем так, назовем это, я не знаю, сепаратизм нет. Основа для освободительных движений в этих регионах. Ведь про Дагестан давно вспоминали. Даже там Сакуров когда-то говорил, что там ребята не особо мечтают умереть за Путина. И это правильно. Я тут всячески это поддерживаю. Ну и не будем называть... Вы с этого тоже начали, с того же замечания людей, сжигающих синагоги и перерезающих глотки российским русским священникам, освободителями движения. Но они, как ни парадоксально, эти люди идейно близкие путинской власти. Так вот, это может стать, между прочим, как бы центральным мотивом нашей сегодняшней передачи, что наибольшую угрозу Путину представляют сейчас как раз идейно близкие. Ну, на Кавказе это вот эти антизападные, антиеврейские, исламские фашисты. А в Москве у него и в России в целом у него все больше проблем возникает с Z-аудиторией, перед которой он должен лебезить, и которая задает ему вполне законные вопросы. А почему не реализуются твои угрозы? А почему? Это началось с вопроса, когда Макрон прекрасно опустил Путина, рассказав ему, что он не только собирается вводить французские войска в Украину, но французские военнослужащие уже сражаются в Украине, обслуживая вместе с своими британскими коллегами предоставленные Украине ракеты «Стамшейда» и «Скалп». И что он параллельно напомнил Путину, что Франция тоже ядерная держава. Какой вой поднялся на пропагандистских каналах, вы же их тоже так краешком глаза просматриваете. И он не затих уже два месяца. А почему мы до сих пор не уничтожили Францию? Ну хорошо, пусть не сразу ядерным ударом. Почему до сих пор не нанесены удары? Да вот потому и не нанесены. Да, а почему, Андрей Андреевич? Это что? А потому что ядерный удар Путин нанести не сможет. Я это объяснял неоднократно. Есть три причины Пьянковского. Первое, это использование ядерного оружия ничего не изменит в ходе войны. Украина же не подпишет капитуляцию. Второе, просто Путина убьют после этого. Ну, это моя оценка основывалась на тех предупреждениях, которые американцы дали Путину в ноябре 2022 года, когда он вовсю первый раз бы такой
всплеск разговоров о ядерной войне. Сейчас совершенно точно дал Макрон объяснение. И третье, что ему не дадут эту войну использовать оружие, потому что у него нет ядерной кнопки, чтобы привести в действие его приказ, необходимый там к операции там минимум 20 офицеров генерального штаба, все одновременно сойти с ума не могут. Андрей Андреевич, да. Извините, я хочу парировать и зацитирую полковника Ходоренко, нам общем известного, который как-то в одном из эфиров сказал, что на то они военные, приказ они выполнят, но вся ответственность на десятилетия вперед для России, она ложится на российского президента. Мол, что дело не в военных, они что, они же раз-два и в рай. Ну, относительно этого можно поспорить с Ходоренком, но я просто этот тезис уточню. Потому что на наших глазах это произошло. Когда говорил, что не дадут использовать военные, я имею в виду не просто вот тех офицеров, которые по долгу службы должны там переносить с одного места на другое ядерные боеголовки и нажимать на кнопки. В генеральном штабе существует целый институт, институт номер 4, который ответственен за ядерную стратегию и за вопросы применения ядерного оружия, использования ядерного оружия, назначения ядерного оружия. Ну, там выдающиеся специалисты в нем работают долгие годы. Возглавлял очень хорошо мне знакомый генерал Дворкин Вадим Зинович. Я в 90-е нулевые годы, я по долгу службы в Академии наук сотрудничаю с этими людьми. Я их прекрасно знаю. Прекрасно знаю их настроение. И вот сейчас по выступлениям Путина видно, что они провели с ним разъяснительную работу. Потому что, ну вот, когда Макрон подвел уже как бы к вопросу, давай, стреляй. Вот. Ясно, что были какие-то консультации с этим четвертым институтом, были привлечены специалисты. И вот я вижу, как изменилась риторика Путина. Вот я приведу два, раз уж мы заговорили, это важный вопрос о ядерном оружии. Он определил сейчас совершенно новый этап войны русско-украинской. Я приведу два высказывания Путина. Ну, первое, все это видели. На экономическом форуме он специально притащил сумасшедшего алкоголика Караганова, ежедневно пишущего статьи о необходимости уничтожения ядерного Запада, для полемики. И он показал ему, что тот идиот, всячески его унижал, и продемонстрировал, что на его фоне он взвешенный, здравый, ответственный политик. Он говорил, что да, ядерное оружие у нас существует, оно может быть использовано в критической ситуации, но сейчас нет никаких оснований для этого. Мы воюем, идет конвенциональная война, и мы ее выигрываем, сказал Путин. Нам нет никакой необходимости применять ядерное оружие. Для кого это спектакль был устроен? Некоторые наивно полагают, что для западной аудитории, перед которой Путин хотел показать себя таким взвешенным политиком. Да не надо. На западную аудиторию, наоборот, ему нужно изображать сумасшедшего, чтобы они поверили в его ядерный шантаж. И он это эффективно делал. 15 лет Запад сам проводил для себя всякие красные линии. Это спектакль был предназначен для двух аудиторий. Прежде всего, для этой аудитории, которая... Естественно, спрашивают, а почему мы до сих пор не используем ядерное оружие, почему мы не бьем по Франции? Вот зрелый, ответственный Путин объяснял, что пока нет никаких оснований, мы без ядерного оружия выиграем войну. Второе, это очень показательно было его выступление перед российским так называемым этим президентским пулом корреспондентов перед отъездом из Пхеньяна. Ну, во-первых, они очень долго на него орали, требовали признания. Вот, между прочим, это показатель менталитета этой группы. Почему? Они очень надеялись, что Путин договорится о том, что корейцы направят миллион своих зомби. Это беспредельно было бы. Представляете? Ну вот давайте как-то немножко отмотаем пленку на 2-3 года назад. Можете себе представить, что Москва вызывает 2 миллиона корейских зомби, чтобы уничтожать славян на территории бывшего Советского Союза. Но вот
понимание, вот те вопли, которые мне требовали, ну скажите, что договорились. Он всячески от этого отмазывался. Ну, потому что это действительно, во-первых, корейцы с удовольствием продают оружие за хорошие деньги и за помощь в освоении ими ракетно-ядерных технологий, но с какой стати Ким пошлет своих людей? Ну и, в общем, это показатель вот такого падения нравственного, стратегического, любого государственного сторонника Путина, самых горячих. Они готовы кого угодно из любого ада привести чертей для того, чтобы убивать тех самых людей, которые он цинично объявляет одним народом. Это по миллиону корейцев. А вот они же задавали вопрос ему по ядерному. Он произнес вот ту самую новую свою методичку, которую, кстати, для него разработали, я уверен, те же специалисты 4-го управления Генштаба и 4-го института, занимающегося ядерной стратегией. И он повторил то же самое. Пока нет необходимости, если надо, в крайнем случае мы применим, а сейчас нету. Тогда они начали на него орать все. А если Франция или там противник первым применит? Почему мы не применим? Почему вы? Вот вы не хотите применять, а если противник первым применит? И тут Путин, как его учили специалисты, очень грамотно ответил на этот вопрос. А потом, причем так, с твердым голосом снова заиграл в нем такой крутой пацан из Питерска, да. Франция не ударит, потому что она будет уничтожена. Ответ на встречный удар. То есть он понял, что он сказал-то. Он сказал, что Франция никогда не ударит, потому что будет уничтожена в ответ на встречном ударе. Но это же означает, что и Россия никогда не ударит, потому что будет уничтожена в ответ на встречном ударе. То есть он вернулся на нормальное понимание концепции гарантированного взаимного уничтожения. То есть с ним провели очень серьезную работу специалисты из 4-го института Генштаба. И вот сейчас в спектре угроз непосредственно ядерного уничтожения, на наших глазах изменился смысл угроз и проклятий, адресуемых по адресу Запада. Вот свежий пример за вчерашний украинский удар по Севастополю, где там обломками ракет пострадали несколько мирных жителей. Ну, конечно, было сказано, что это специальное сатанистское уничтожение детей. Это вы про Марию Захарову сейчас. День святой, да. И Мария Захарова закончила чем? Наказание, чудовищное возмездие. Возмездие понесут американцы. То есть, понимаете, в чем дело? Он вылез из одной ловушки с трудом. Он загнал себя в страшную ловушку, 2 года обещая Западу ядерное уничтожение, а когда пришла возможность показать карты, он зассал, задрожал и отступил. Но чтобы прикрыть свое отступление, он залез в другую, во вторую ловушку. Он прикрыл, что да, ядерное оружие сейчас не надо, мы конвенциональны, ну и тысячи других угроз. Мы будем уничтожать американские спутники над Черным морем. Наверное, не спутники, а беспилотники. Нет, не беспилотники, но и разведывательные, любые объекты, там, в том числе и спутники, которые сообщают информацию, закладывают цели и так далее. Они кричали уничтожать британских, французских пилотов. И, наконец, мы будем бить по аэродромам каждый день. Почему они будут? Потому что уже вот эта моя концепция отправки не 40 украинских летчиков за штурвалами F-16, а кроме 40 украинских летчиков, сотни боевых французских, британских и шведских самолетов. Видимо, она уже работает
на последней стадии подготовки. И деловито обсуждается на всех русских каналах, где будут основные аэродромы базированы. Это Польша, Финляндия, Румыния. Оттуда будут аэродромы подскока на Украине и так далее. Так вот, будем уничтожать, будем бить по румынским и польским аэродромам. Ну, замечательно, замечательно. Но ведь еще раньше, чем... Несколько лет он грозил ядерным оружием, пока ему не пришлось отвечать за этот базар. А сейчас ему отвечать придется очень быстро. Но та же из этой аудитории, которая с возмущением спрашивала, почему мы не уничтожили до сих пор ядерного удара Франции и Великобритании, как-то он объяснил, фальшиво или нет. А теперь уже завтра спросит Машку. Машку вашу, вашу подружку спросит завтра, а как мы отомстили американцам? Мы сбили эти Bluebird, и у Путина нет выхода. Не сбить, не бить по аэродромам, не сбивать американские беспилотники и спутники, или там самолеты АВАКС. Это значит снова обосраться по полной программе. А сбивать, ну это значит... Что значит сбивать? Значит, тогда уже против тебя на следующий день будет не 100 жалких 100 самолетов НАТО, которые Пьянковский каждую неделю призывает посадить, а 6 тысяч самолетов, одних F-16 у НАТО на складах 6 тысяч, не говоря уже F-35 и те же знаменитые «Миражи» и «Миражи Тайфун» и «Риппи». Вот он попал в такую ловушку. Он думал, что он вылез из нее один раз, объяснив, что пока не надо ядерного оружия. Но причем объяснение это полностью противоречит его знаменитому выступлению. Я повторю это обязательно. Сколько меня не плекают за это. Это золотые слова путинские. На пресс-конференции с Макроном 9 февраля 2022 года, где... Уже видя себя властелином мира, его товарищ Си так похлопал по плечику и подтолкнул на войну. Он думал, через 7 дней Киев, дальше там, размахивая ядерной бомбой, запугать Запад, он отступит до линии Батыя и Джугашвили. И он признался, да, мы конвенциональным уровнем, мы отступаем Западу во всем на конвенциональном море, но мы победим, потому что у нас там есть какое-то чудо-оружие ядерное, у нас есть воля политическая западная. Так вот он сейчас вернулся в состояние, а сейчас он повторяет, что война, мы будем воевать на конвенциональном уровне, ядерное оружие не надо применять. То есть мы, он говорит полный голос, он думает, что никто не вспомнит о его заявлении 9 февраля. Ну, первый акт саморазоблачения прошел, а второй должен просто в ближайшие дни. Z-люди, они очень нетерпеливые, гордые, они будут требовать. И вы знаете, что интересно? Вот эта слабость Путина, это классическая ситуация в русской истории, царь не настоящий. Самая страшная угроза Путина не мальчики и девочки, которые какой-то лайк бросают под пост или выходят на одиночный пикет. Их можно посадить в тюрьму на 15 лет. Самое опасное для Путина – это Z-аудитория. Она достаточно большая. Их может быть процентов до 15 населения, такая активная. Часть из них – это люди вооруженные. Когда вот эти люди начинают серьезно задумываться, что царь не настоящий, они начинают понимать то, что им объясняли такие люди, как Стрелков, Квачков, да тот же... Пьянковский, не через запятую, а с нового абзаца. Да, или так Пригожин. Вы помните, как Пригожин эволюционировал в своей публицистике? Он начинал, что, как он там, один из них, кто из них, Герасимов, а Шойгу... Или наоборот, не дают снарядов, не мешают мне убивать украинцев. А за 2 дня до похода на Москву у него уже риторика была, что это проклятая война, которую навязали нами олигархи из, боже мой, как это называется там,
Из Рублевки. Да, и администрация президента, которую он вспоминал прямым текстом, которая 8 лет грабила Донбасс. И когда солдаты поймут, они разорвут им задницы. А что народ помнит эту риторику, ее с удовольствием повторит. Вот где основная опасность исходит сейчас для Путина. Царь не настоящий, и никаких уже механизмов доказать, что настоящего у него нету. Но для этого надо сбивать американские там дроны, спутники, аваксы. Уже можно бить и по румынским аэродромам. Там, кстати, две эскадрильи британских тайфунов уже зачем-то прилетели. Так что и у него осталось до самого последнего своего дня доказывать все больше и больше количество взять патриотов. А вот на днях Шаманов выступал в Думе, как писали корреспонденты, муха пролетела, если бы было слышно такое, с таким вниманием аудитория внимала каждому слову Шаманова. Он разоблачал генералитет, сам, по-моему, генерал-полковник или генерал-лейтенант, я уж не помню. Который, точно. Да, который мундиры шлют себе в ателье, а на фронте гимнастерок не хватает. В общем, вот это пригожинская стрелковская, квачковская линия с большим таким социальным акцентом, олигархи, ограбившие народ и бросившие солдат, она большим популярностью будет пользоваться. А Гурулев почти то же самое открыто повторяет в своих передачах. Вот какая страшная пропасть разверзлась перед нашим ненастоящим царем. Ну, видите, Андрей Андреевич, это же такой вопрос. Вот Пригожин, он, конечно, законченный негодяй. В последние годы жизни почему-то практически стал пацифистом после того, как продемонстрировал энное количество сотен трупов российских граждан. А другой же сейчас не прослеживается? Или, может быть, где-то он ходит там по посадкам, пытаясь выжить под атаками украинских FPV и других дронов. Так там они растут, эти будущие. Будущие Пригожины. Будущие, вы знаете, когда эта масса поймет, что Путин не настоящий, а когда появятся те самые 100 самолетов, жалких 100 самолетов, о которых говорит Пьянковский каждый день, наверняка они появятся, потому что вот уже самые практические шаги, уже аэродромы подскока, аэродромы основного базирования разрабатываются, все, тогда Крым не удержать российской армии. Да и в прошлый раз вы меня спрашивали, может, без самолетов Крым удастся сменить. Нет, без самолетов вряд ли. Но это же очень показательно, что вот даже в период вот этого полугодового голода снарядного Украина позволила какие-то небольшие тактические успехи российской армии на линии фронта громадной. Но в Крыму-то Украина сохраняла инициативу. Как выгнали оттуда российский флот, так он и оставился, крымские порты. И каждый день мы уничтожаем там самолеты. И каждый день у них возникает, у Z-патриотов, новая дискуссия. Почему у нас нет ПВО, почему мы не построили ангары для аэродромов и так далее. 100 самолетов современных лучших западной авиации, они просто заставят эту группировку покинуть Крым. А это тогда уже какой там не настоящий. Тогда таких вот новых выживших, как бы вот именно из выживших под украинскими дронами появятся там новые вожди. Конечно, это будут отвратительные фигуры. Это будут примерно те же фигуры, которые выращены были на Донбассе. Вот такие моторывы. Моторывы. Это люди, в любом обществе есть люди такого садистской наклонности. Они, особенно во всех гражданских войнах, они немедленно проявляют себя. Ведь под этих моторыв, гиви, шаманов, не того, который поет, а который там на Донбассе зверство, российские структуры сами вынуждены были уничтожать. Они их побаиваются. А
когда рухнет авторитет ненастоящего царя, вот все эти люди выйдут на поверхность. Я это говорю не с восторгом, я просто вижу это как аналитик, с чем столкнется Россия. Она борется с лучшими людьми в России. Там. Я думаю, что это, вы знаете мою такую грубую социологию. Примерно 15% убежденных противников войны, примерно 15% патриотов, а основная масса – это такая колеблющаяся болото. Так вот, войну закончат Z-патриоты, разочаровавшиеся в Путине. И тогда в России вот эти Z-патриоты и кавказские элиты, эти сынки местных руководителей районов, они создадут два таких полюса, превращающие всю Российскую Федерацию в громадное ордо. Это плохая перспектива для Российской Федерации, но для нас она хороша тем, что она вынуждена будет убраться за пределы территории независимой Украины. Андрей Андреевич, ну я вам тогда задам вопрос, который мне тоже часто задают. И если вот так вот все суммировать, вопрос можно сформулировать так. Ну так сколько же тогда западный мир будет спасать, извините за прямоту, Путина? Потому что вот эти вот постоянные ограничения, не дальше 100 километров. Там, вот сейчас атакамсы пошли, тут виска мидовской на весь Севастополь, и масса народа грустит, что ее не было на этом пляже. Но факт остается фактом, что инструменты и военно-технические решения на Западе и в руках Джозефа Байдена есть. Вот даже вот из последнего, 14-й пакет санкций Европейского Союза. Тут россиянам, наверное, будет интересно, но вроде как санкции вводит Европейский Союз, а предложение подает Украина. Есть у нас такая группа Макфол и Ермак, и они это формируют, да, эти списки. Так вот, ну, Макфол – это не совсем Украина. Ну, я так понимаю, это такой, типа, ну, в некотором роде пиар-момент был, но то, что украинское государство подает свои предложения, это 100%. Я в этом, ну, это не предположение, а знание. Я вот знаю, я сам предложения такие вносил. Вот, так, ну, в этом плане тут как этот последний санкционный список интересный, что туда записали Гойду, Ивана Охлобыстина, гитлереныша шамана, который поет «Я узкий, я самый узкий, я иду до конца», потому что он, его отец Владимир Путин, что-то там такое. Но, тем не менее, вот возвращаясь к сути вопроса. Получается, там же в 14-й пакет там же вошли там некоторые ограничения по газу, по СПГ, да не в полном объеме, еще там как, есть к чему, как сказать, искать эту идеальную формулу, как задушить экономически Российскую Федерацию. Но тем не менее, все равно оно растянуто, во времени уже третий год. И эти решения, они все равно не принимаются. Вот вы как это объясняете? Ну, подлостью Запада, конечно. Но мы же видим, мы об этом с вами три года разговариваем, о тех же американцах. Так что это критиковать их очень легко. Ну, вот, наверное, стоит поговорить как-то. У нас какой сегодня шоу? 24-й, да? Вот через три дня будут дебаты между двумя претендентами на должность президента Соединенных Штатов. Я уже несколько раз говорил, что будущие историки отметят эти дебаты как самые, чем бы они ни кончились. А я думаю, что кончатся они очень плохо для обоих кандидатов. Как позорнейшее явление в американской политике. Два человека абсолютно неподготовленные к роли лидера свободного мира, как это обычно ждут от обладателя овального кабинета Белого дома. Мы обсуждали с вами уже несколько раз, как произошла такая революция глава республиканской партии, благодаря которому, во-первых, был утвержден пакет помощи, а во-вторых, вот именно замечательный Маккол, председатель комитета по иностранным делам, один за другим срывает эти красные линии. Помните его прекрасное выступление в палате, где он принес карту и показывал? Вот тогда вырвали из Байдена
значит, разрешение бить по этой самой Белгородской области. Потом через неделю из дедушки выбили разрешение бить, но не дальше 100 километров. А сейчас мы даже не знаем, что там происходит. С одной стороны, выступил Селиван, ну, который никогда не был другом Украины, а вдруг заговорил о том, что дело не в расстояниях, дело в сути, надо бить по всем военным целям. Потом, правильно, да? Потом пошел с собой утечка в прессу, что вроде дедушка еще последнюю отмашку не дал. Но фактически, Роман, согласитесь, фактически это ограничение снято. Я думаю, для Селивана был очень хороший урок, когда, помните, в разгар вот этой паузы он приезжал в Киев и еще пытался добиться, чтобы украинцы ни в коем случае своими собственными дронами не били по российской нефтянке, потому что это может помешать дедушке Байдену на выбор. Но его послали по адресу русского корабля, и видите, какой хороший урок оказался. Так что все слова гнева, которые вы произнесли, и даже не произнесли по адресу Запада, я к ним давно присоединился и произнес. Но я же наблюдаю, я в силу своей скромности пытаюсь в этом направлении тоже делать эволюцию. Ну, например, Франция, Европа уже... Макрон выполнил свой призыв, который выступил еще 26 февраля. К чертовой матери все красные линии. Это невероятная слабость. Устанавливать для себя красные линии, когда мы имеем в виду, имеем дело с противником, который не ограничивается ни в чем. Фактически Америка оставила только одну красную линию. Дедушка Байден не собирается посылать никаких американских военнослужащих, ни советников, ни летчиков. Ну и не надо. Америка выполняет другую функцию. Это единственная страна, которая может снабжать достаточным количеством снарядов и ракет для ежедневного противостояния на 1000-километровой линии соприкосновения сторон. Европа это не может, у нее нет просто мощностей. Зато у Европы есть современное оружие, самолеты и ракеты. Это оружие победы, как я неоднократно объяснял. Кстати, вот мне непонятно, в последнее время масса статей появляется о форме, о победе, возможности победы Украины. Ну, они правильные вещи говорят, что надо там побольше оружия и так далее. Но почему-то не подчеркивается вот этот аспект, как прямой путь к победе. На 1000-километровой линии ни одна из сторон не может прорвать фронт. Не может. Было два возможных варианта. Это в 22-м году Украина могла прорвать, если бы ей дали достаточно оружия. Если бы было оружие. Хотя, которое... как сейчас. Как сейчас. Было бы все. И... 2 месяца назад могла российская армия, если бы еще на 2 месяца продлилась. А сейчас все. Это застывшая линия, все видно, дроны, все, никаких маневров невозможно. Там и поэтому вот враги Украины часто аргумент врагов, это, ну как, вы что, предполагаете, что украинская армия может вот с боями дойти до границы 91-го года? Да, вы представляете, сколько... будет потери, это очень сложно. Смотря чем бомбить их. Да, так вот, не надо ходить до линии фронта, надо 100 самолетов помогут выкинуть российскую группировку из Крыма. А это немедленно приведет к падению путинского режима. Если сейчас уже вот эти Z-патриоты начинают подозревать, что ЦА не настоящие, и уже разминается товарищи Шаманов и Гурлёв для будущих диктаторов, потерпевших поражение России, потому что обвинять будет Путина и Шойгу, и генштаб, и генералов. Да и, собственно, вся деятельность Путина в последнее время, вот борьба с коррупцией в армии, он что, узнал, что там воруют? Все прекрасно знали, что Тимур Иванов – это кошелек Шойгу, а Шойгу, извините, это кошелек самого Путина. И его... через Тимченко переводились громадные миллиарды ему. Ну, а борьба с коррупцией, она часть будущего назначения виновных за поражение.
Путин надеется сохраниться в главе страны под лозунгом «Вот я все продумал, все было замечательно», но генералы оказались воры и изменники. Поэтому вот меня иногда спрашивают, что ж ты, почему ты считаешь, да, конечно, все понимают, что 100-200 самолетов покончат с крымской группировкой. Но почему ты думаешь, что на этом война кончена? Да? Вот поэтому и окончится, что не выдержит ни окружение Путина, ни Z-патриотический лагерь позорного падения Крыма. Андрей Андреевич, как вы относитесь вот к такому, такой новости? Заголовок прочитаю. Дмитрий Песков, рота маньяка. Мирное предложение Путина по Украине пока в силе. Ну, отдайте Херсон и Запорожье. Я всегда предлагаю насладиться российским нацистам первым слогом от названия прекрасного украинского города Херсон. Но, тем не менее, они же вот эту вот тему качают, что вот как это пропаганда, это предложение Путина, она подает как скоро портящийся продукт, соглашайтесь сегодня, потому что завтра будет дороже. Вот насчет мирного предложения Путина, мирного предложения в кавычках, конечно, вам как это видится? Нет, ну это чудовищное идиотское предложение. Я не помню в истории войн, чтобы кто-то предложил, знаете, вот у нас тут какая-то патовая ситуация на фронте, давайте так, вы отдадите нам еще 2-3 больших территории, которые мы не можем завоевать, и после этого мы так и быть согласимся на прекращение огня. Это новое слово в таких военно-политических переговорах. Никто его серьезно рассматривать не будет. Но давайте взглянем на него немножечко с другой стороны. Это же желание удовлетвориться там Херсоном и Запорожьем артикулирует человек, который должен был за 7 дней взять Киев. Человек, чьи... Да что там Киев? Вы же помните, какой ультиматум? Львов. Да, что там Одесса, Львов? Они и Берлин должен был, конечно, там же стояли наши войска. А ультиматум 30 странам НАТО. Собирайте манатки и убирайтесь вон на линию, как я ее назвал, линия Батыя и Джугашвили. Вот какие были. То есть само это чудовищное предложение, оно в глазах путинских наиболее горячих сторонников является доказательством его поражения в войне. Он проиграл, и сейчас он сражается уже не за роль властелина мира, а за сохранение власти, проигравшей войну стране. Вот что изменилось принципиально за последние 2-3 месяца. Изменилось это благодаря двум, не повысил слово, революции на Западе. Революции Макрона в постановке задач войны и последовавшей за ним революции Рейгановского республиканского крыла. Вот эти люди двигают сейчас политику тех же Соединенных Штатов, сметая одну за другой красную линию. И вот не потому, что я фанатик какой-то антитрамповской, я на всех их американских... У нас холодный аналитический анализ. Я смотрю на них как с точки зрения, что он делает там. Если бы сегодня Трамп начал... Кстати, это было бы очень выгодно для него с предвыборной точки зрения. Так же, как три республиканца великих, Маккоу, Роджер и Тернер, критиковал резко Байдена за недостаточную поддержку Украины, я бы начал за него топить, говорю, давайте Трампа будем избирать. Там Трамп, не Трамп, и вообще на американскую поддержку. Американские политические дети меня интересуют с точки зрения их пригодности в украинском вопросе. Так нет, вот он каждый день сейчас, вопреки своим, смотрите, цвет республиканской партии, такой рейгановский генерал, они за поддержку Украины. Никто, и нет никакого давление, вот, а то американское быдло, которое собирается на митинги трамповские, они что, требуют от него поддержки Путина? Нет, да они не знают, что такое Украина. То есть никаких электоральных и политических требований для Трампа делать, а он каждый день делает все более жесткие
антиукраинское заявление, что он даже не будет ждать, пока влезет в Белый дом. Он сразу же после выборов прекратит всю поддержку Украины. И он был, и Путин был прав. Это расширение НАТО, оно привело к этой войне. Это он каждый день повторяет эти заявления. Зачем? Зачем? Они не помогают ему выиграть выборы. Но это для меня доказывает, что какая-то страшное давление на него, рычаг у Путина есть. Да помните вот эту страшную сцену? Их встреча один на один в Хельсинки, когда они вылезли на поиски. Такой маленький, вот субтильный этот шпаненок с глумливой усмешкой гопника и совершенно растерянная, подавленная, дрожащая, громадная горилла, несущая неизвестно что. Что-то он там сделал с ним, показал ему какие-то документы, видимо, во время этой двухчасовой встречи. Ну, казалось бы, что может быть? Я не знаю. Ну да, ездил он 20 лет еще в Советский Союз, устраивал там бордели, называемые конкурсами. Ну, боже мой, какое это значение имеет? Кто сказал, что это компромат? Вот именно. Что там у них есть? Почему он его так держит за яйца, Путин? Вот сейчас, в эти дни, вот абсолютно ничем, никакими избирательными. Вот посмотрим на эти самые дебаты. Что-то там есть. Может быть, педофилия какая-нибудь, не знаю. Ну, что там можно... Ну, держит его Путин за яйца, это бесспорно. Ну, а, кстати, да, я надеюсь на чудо. Я такой оптимист американский. Я думаю, что вот полтора часа, там 150 или сколько миллионов американцев будут смотреть это зрелище. Я надеюсь, что оно вызовет у них такое отвращение, что ни тот, ни другой не будут номинированы на должность президента Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, я вот, ну, очень интересно вас слушать в этом отношении, когда, как это, всем по серьгам, ну, тут не сестры, а потенциальные кандидаты в президенты. Но я хочу вот еще вас такую вещь расспросить, как раз о вот этой вот рейгеновской части партии республиканцев. А тут же после того, как Путин съездил в Северную Корею, опять зазвучали голоса о том, что ребята из Госдепа, вы что-то там в зарях зарплату получаете, пора признавать путинскую Россию террористическим государством со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда Путин напал на Украину большой войной, тогда уже разговоры на эту тему шли, потом оно как-то все забылось, и вот теперь вот новая такая, ну, инициатива и, собственно, вопрос, насколько это реально, что это значит и ваши впечатления от того, как Путина товарищ Си возил на этом на сером Мерседесе, ну, имеется в виду серый ввоз, потому что машина, я так понимаю, туда такая не поставляется из-за санкций. Ну, что касается статуса террористического государства, то Конгресс ничего не может сделать, потому что он уже все сделал. Конгресс еще 2 года назад обратился к Госдепартаменту с призывом обозначить Россию как террористическое государство. Так все зависит от администрации, от Блинкина. Конгресс не может обязать, если это сделать по их законодательству, террористическим государством объявляет. Я не исключаю этой возможности. Но раз уж вы заговорили о визите Кима, ну, это, конечно, замечательно было, это погружение в какую-то антиутопию Орвелла, Хаксли, Замятина. Великолепен был счастливый Зарубин, да? Ну да, там, как, но у него работа восхищаться, тут такое дело. Но он уже вошел в эту работу, да. Вот. Но Путин-то, для Путина он не... Вы знаете, что товарищ Си очень недоволен этим визитом. Гурулев сказал, что визит был согласован с товарищем Си. Целый генерал Боярышник. Ну, согласован, потому он и сказал, что согласован. Когда-то очень холодно прокомментировал аппарат товарища Си этот визит. Ну, это ясно, это та же, понимаете,
Путин был очень недоволен всегда, когда Лукашенко ездил, бегал к Си. А у Лукашенко были же очень тяжелые периоды в общении с Си. Ну вот перед выборами там вообще в Москве рассматривался вопрос и замочить Лукашенко, и они очень ставили там на своего кандидата в барик и так далее. Лукашенко всегда подстраховывался визитами к Си, и Путин увлечена. Та же Си рассматривает Корею как свой задний двор, понимаете? Он, да, он за то, чтобы Си был как бы на грани такого ядерного оружия, у него, наверное, есть несколько боеголовок для того, чтобы мог быть угрожать Западу, но все это должно быть очень управляемым процессом и управляемым именно товарищем Си. Ведь что, конечно, попросил Киму Путина за вот это, за просроченные... За снаряды. За просроченные снаряды, но они очень нужны Путину, что других нет. Конечно, у него масса проблем там, у него есть 4 ядерных испытания он провел, у него есть материал на несколько боеголовок, но там, так же как у иранцев, масса проблем, компоновка боеголовки, там, ракеты, дальность ракеты, точность. Есть над чем поработать ракетно-ядерным специалистам. Конечно, он попросил помощь в этом направлении. То есть Путин претендует как бы руководить этой степенью кимской отмороженности угрожен Западу. Это товарищу Си не нравится, и даже в большой плюс это Путину не придется. А как вы думаете, какие-то практические шаги наших союзников из Южной Кореи будут? Вот они же говорят, что раз такая ситуация, это ставит под угрозу нашу безопасность, передача ракетных технологий товарищам из Пхеньяна. И вот тут у нас многие аналитики как раз анализируют, чем могут нас поддержать, соответственно, Южная Корея. Ну, вот, наверное, чем-то более существенным, чем просроченные северокорейские снаряды. Я думаю, что да, готов будет пойти. Ну, я думаю, что сейчас ваши представители уже работают в Сеуле, очень активно на эту тему общаются. Так что тут это двойной прокол. Это не понравилось Си, и это не понравилось Южной Корее. Но зато какая минута счастья вот в этих атмосфере всеобщей любви побывать несколько часов. Ну, знаете, когда любят из-под палки, и все это знают, такое себе. Ну, если человек хотя бы чуть-чуть дружит с адекватностью. Ну, это же как наш великий поэт писал: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот. Но главная проблема, она центральная и будет нарастать с каждым днем. Это проблема возрастающей среди этой аудитории подозрения, если хотите, настроения, возмущения. Царь не настоящий. Мне кажется, на этой прекрасной ноте давайте поставим сегодня троеточие. Андрей Андреевич, я благодарю вас за интереснейший сегодняшний эфир. Друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Андрей Андреевич Пентковский, наш любимый 24-й канал. Ну и, конечно, мой YouTube-канал с поэтическим названием «Роман». Поэтическим романтическим Роман Цымбалюк. Андрей Андреевич, я благодарю вас за программу. Спасибо. Наши клиенты делают нас каждый эфир все более интересным. Спасибо. До следующего понедельника.